Канал «Зебра в клеточку» представляет песни и мультфильмы для детей. К нам придут и скажут здрасте, Любаша, Зеба и Пуфасти, или просто Люзи-Пу. Обиженный пони. У вас бывает так? Вы обиделись, но забыли, из-за чего обиделись. А может, и не стоило обижаться? Не в шутку, а всерьез. Обидел кто-то пони, обижен он до слез. А может быть, в Майами обиделся он так, что бегает кругами, отбивая такт. И говорит пони: обиднее всего, что я совсем не помню, за что и на кого. И говорит пони: обиднее всего, что я совсем не помню, за что и на кого. Бери, это тебе. Обида пони гложет, и стал похожим он на маленькую лошадь, а мог бы быть конем. Ничто его не радует, и даже белый слон, танцующий на радуге, вот так обижен он. И говорит пони: обиднее всего, что я совсем не помню, за что и на кого. Обиднее всего, что я совсем не помню, за что и на кого, и говорит пони. Обиднее всего, что я совсем не помню, за что и на кого, и говорит пони. Обиднее всего, что я совсем не помню, за что и на кого, и говорит пони. Обиднее всего, что я совсем не помню, за что и на кого обиделся. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые песни и мультфильмы.